Всем привет, народ! Решил сделать обзорчик на достаточно классную игру, в которую я залип уже, ну вот, вторую неделю я из нее не вылезаю, при том, что я как бы играю в Тундру, но купил себе там по скидке всякой лабудистики классной, во флот, там, в наземку, в авиацию. Отличная техника, но об этом чуть позже, да? И вот случайно мне выпала эта игрушка, Mountain Blade 2 Bannerlord. Хотелось бы сделать на нее небольшой обзорчик, в частности и по старту игры, и по некоторым фишечкам, потому что игра на самом деле для освоения достаточно сложная. Почему? Как начать в нее играть с самого начала? Что делать и так далее? Сейчас я вам все это буду потихоньку показывать и рассказывать. Итак. Беру пока немножко звук. Смотрите, у нас есть изначально как бы несколько режимов. Ну, мы когда заходим, у нас есть два варианта: либо мультиплеер, либо сингла. Мы нажимаем как бы New Game, заходим в компанию. Компания — это, ну, что-то типа вот пройти некоторый сюжет, который представлен в этой игре, либо в песочнице, да, в которую вы заходите и делаете, что хотите, также выбирая изначально нацию. Итак, заходим в новую компанию. Давайте даже песочницу, так быстрее просто будет, без всяких превьюшек и так далее. На самом деле, что стоит вообще знать об этой игре, о нациях, о ведении боя, об экономиках, о городах? Всего этого очень много. И... А, превьюшечка все-таки есть, ладно. И вот все то время, которое я играл, мне постоянно нужны были какие-то ответы, какие-то советы, поэтому решил в одном видосе в этом разобраться. Итак, давайте разберемся. Во-первых, в самом начале нам предлагаются разные нации. У каждой из этих фракций есть свои бонусы. Однако здесь, помимо этих бонусов, не написано, в принципе, на чем эта нация заточена. Появитесь вы изначально в середине карты, но впоследствии вы, я думаю, будете все-таки тащить свою нацию, да, и вам так или иначе понадобится понимать, какие у нее есть плюхи и какие у нее есть войска. Начнем с Валандии. Валандии — это средневековые рыцари. Играются они через арбалетчиков, которые, в принципе, в игре, ну, есть лучники, есть арбалетчики. У лучников меньше дальность атаки, меньше они пробивают брони, но настильность стрел выше. Вот, у арбалетчиков плюс в чем? Во-первых, дальность атаки очень большая. Минус — это, ну, они стреляют, по сути, по прямой, настильность у них малая, то есть вы будете 100% стрелять в щиты. Стреляя в щиты, вы наносите урон противнику, но, ребят, достаточно сильно порезанный. Тем не менее, как бы арбалеты — это имба в этой игре, по сравнению с луками, да. И вот как играется Валандия, значит, рассказываю. Вы берете где-то половину юнитов — это арбалеты. Стоите, ждете, пока противник подойдет достаточно близко, после чего просто разносите их остатки конницы. Боевой конницы — это рыцари с пиками, которые, ну, очень хорошо бронированы и, в принципе, достаточно мощные. Зайдем чуть-чуть вперед, когда вы будете осаждать города, когда вы будете заниматься вот всей этой ерундистикой, да, вы должны понимать, что конница переходит в пехоту, и как пехота у них есть щит, у них есть меч, и это очень мощный юнит. Вот. Идем дальше. Стургия. Не знаю почему, многие говорят, это копия России. Какой России? Это нордманы, это, ну, в конце концов, эти, господи, как они называются-то, вот, викинги, вот, это викинги, самые натуральные. Они из себя представляют, да, у любой фракции, я так скажу, есть практически все юниты,
То есть это пехота, луки, конницы, конные, лучники и так далее, но просто вот какие-то лучше играются так, какие-то так. Стургия играется преимущественно через, естественно, стена щитов, то есть это пехота с большими достаточно щитами, которые лучники не простреливают практически ни под какими углами, как и арбалетчики. И дальше вы, скорее всего, возьмете еще сколько-то лучников. Заходя опять-таки вперед, они вам понадобятся банально убивать не столько конницу, не столько пехоту, сколько конных лучников. Это вот хузиатское царство, и на самом деле, когда вы будете против них воевать, конные луки – это очень большая проблема, если сказать мягко говоря, вообще это дикий геморрой. У них мало пехоты, а конные лучники бегают вокруг вас на диких скоростях, обстреливают ваших пехотинцев. Понятно, вы можете в круг встать, также стена щитов, дождаться, пока у них закончатся стрелы, но, ребят, вы будете нести потери. Поэтому лучники вам необходимы. Так вот, это пехота, преимущественно играется через стену щитов, лучников и застрельщиков. Кто не знает, кто такие застрельщики? Это ребята, которые могут быть как на конях, так и в пехоте, и имеют при себе такие мини-копья. Это на самом деле очень классная штука, то есть она наносит крайне много урона. У нее очень, скажем так, настильная траектория полета, то есть сверху вниз. Она летит, как правило, не в щит, а прям хорошечно так в голову. Урона наносит очень много. Количество этих копий, понятное дело, невелико, но большой дамаг имеет. Вот. Но, естественно, дальность метания этих копий не особо большая. Тем не менее, это очень мощная вещь. Имперцы. Имперцы – это достаточно уникальные ребята, потому что в их распоряжении есть, по сути, все. Ну, про застрельщиков я говорить не буду, но у имперцев, опять-таки, это хорошая мощная пехота, это хорошие лучники, арбалетчики, бронированная просто пипец конница, которая сносит все. И если вы как бы грамотно контролите армию, вы можете, в принципе, разматывать противников, которых в 2-3 раза больше, чем вас. Сразу такая маленькая оговорочка. Насколько я понимаю, на каждой карте максимальный лимит одновременного спавна юнитов с каждой стороны где-то по 300 человек. То есть, если у вас там армия 900, будет сначала партия по 300, потом к вам придет энное количество подмоги, когда у вас там вырежут где-то процентов 30, да, к вам приходят юниты, также строй становится, и так далее. Вот. Имперцы – это достаточно имбовая фракция. Чем? Смотрите, сразу опять-таки забегаем вперед. И я понимаю, тут хочется уже в игру зайти, но эти нюансы надо тоже понимать. Империя занимает большую часть карты. Когда вы ставите имперца во главе своего города, у вас есть бонусы преданности. Если вы ставите управленца в город другой национальности, идет штрафы по верности. А это, ребята, грозит мятежом. То есть, когда вы берете во владение город, вам надо поставить там игры и развлечения. Ну, это в управлении города, увидите, там в самом низу. Вам туда нужно максимально напихать охраны, то есть гарнизон. И вам это понадобится для того, чтобы осаждать его не особо хотелось, да. И, ну, серьезная оборона в крайнем случае режет армию противника достаточно сильно. Плюс у вас идут от этого тоже бонусы. То есть не бойтесь отдавать свои юниты, набрать потом новых и заново раскачать как бы все это дело. Не стесняйтесь. В общем, это нормальная практика. И вам таких ходов придется сделать несколько, потому что, ну, одновременно вы 600 человек с собой вести не сможете. Скорее всего, если только у вас не армия, но опять-таки передавать вы сможете юниты только из отрядов своих союзников, точнее даже не союзников, а чуваков, которые вы наняли в баре.
там есть отдельные такие персонажи, герои, назовем их так. И вот у них брать и у себя. То есть как-то так. На армии, на все остальное, ребят, расходуются деньги, имейте это в виду. То есть, в принципе, империя для начала очень неплохая тема. И да, сразу скажу, ребят, пройдите обучение, посмотрите, как оружием, каким воевать, потому что к этому надо привыкать. К каждому оружию вообще. То есть, когда вы берете себе одну пику 240 сантиметров, скажем так, и 150 условно, да, или даже 240 и 200, существенная разница по тому, когда вам нужно сделать замах, когда вам нужно кого-то поразить и так далее, и так далее. Но об этом чуть позже, да. Султан Асараев. То есть это бедуины, это пехота и это конница. Конница у них хорошая, у них есть хорошие, в принципе, верблюды и так далее, и так далее. Ребята, в принципе, построены на том, чтобы делать экономику. То есть, если мы вот здесь посмотрим, уменьшение 30% стоимости создания караванов, торговые штрафы, нет штраф скорости передвижения в пустыне. То есть экономика у них сильная. Но, ребят, если вы не занимаетесь караванами, затраты как бы увеличиваются на 5%, это будет существенно бить по карману. Караваны — это бабки. Караваны перехватить очень тяжело, потому что они крайне быстрые. Вот. Ну, в общем, если вы собираетесь караван водить, это несложно, да, то я вам рекомендую. Вот, с деньгами у вас проблем не будет. Хотя их и так особо не должно быть. Ну, идем дальше. А потом поймете, на что они, в принципе, нужны. Хузиатское царство. Это, ну, татаро-монгольская ига. Чингисхан, все дела. Значит, ребят, что вы должны понимать? По сути, все войско у вас будет состоять из конных лучников. Вот, поверьте на слово, это очень имбовый юнит. Почему? У него большой рейндж атаки у луков. То есть вы обстреливаете противников с очень больших дистанций. Это раз. Второе. Ваша конница будет носиться вокруг пехоты, не будет влетать и будет их просто обстреливать со всех сторон, нарушая строй противника, и в принципе вы очень много кого минусанете. Наймы, улучшение конных воинов на 10%, меньше прирост лошадей и так далее, там в деревнях на 25% выше. И что вы самое главное должны знать об этом ханстве? У них самые быстрые и подвижные отряды. То есть, когда я говорил о том, что караваны догнать очень тяжело, вот эти засранцы догоняют все. Даже когда у вас перегрузы, даже когда у вас много пленников, даже когда у вас намного больше численности войска, у вас нету буста, это делать через лошадей чуть позже покажу. Вот эти ребята очень быстро передвигаются по карте. Вот. И Батания. Батания — это, по сути, лесной такой народец. У них самая главная плюха — это лучники. Причем лучники очень и очень сильные. Есть конница, есть пехота. Пехота у них хорошая, конница, в принципе, неплохая. Но луки у них — это, ну, это реально очень сильные луки. Вот. Что стоит понимать, да, когда вы начинаете вот выбор себе войск? Во-первых, пленники со временем, когда они уже в безысходность впадают, могут попроситься к вам в отряд. У вас есть лимит, вы их можете набирать бесплатно. Вот. На содержание вам нужны деньги, на апгрейд нужны деньги, но просто как факт, да, у вас будут, скорее всего, какие-то билды, какая-то своя стратегия. Вот, когда я играл за Валандию, вот арбалеты и конницы, просто выносил всех. Вот, у Батании, то есть вы будете ставить энное количество пехоты, энное количество лучников, энное количество конницы. Так вот, вы должны понимать, с каким оружием будете воевать вы. Вот, теперь, когда мы с этим разобрались, мы с вами сейчас зайдем в загруженную мной игру.
одну из. Вот. Продолжить кампанию. Ой, тут на самом деле, ребят, все сложно. Сейчас надо будет вам рассказать про перки, про все остальное. Но поверьте, когда вы в этом разберетесь, игра для вас станет просто великолепной. Кампания не пройдется ни за день, ни за два, ни за три. И я, играя где-то около 3 недель на первом своем сейве, я даже наполовину кампанию не закончил. То есть вот поэтому стоит во всем разобраться. Итак, вы появитесь изначально, карта просто гигантская, если вы посмотрите. Вот это вот все оббегать, это жесть. Появитесь у города Порос, здесь есть тренировочная площадка, ребят, зайдите, поюзайте все оружие. Поймите, что для вас классно, да, что вам больше всего нравится, и от этого уже отскакивайте. Я для себя выяснил, что мне нравится, либо арбалет, либо лук. Лук мне нравится больше из-за скорости перезарядки. Обычно, если стоит вот войско противника, я оставляю свои войска на позициях, обскакиваю противника, пока их конница атакует меня, я с лука обстреливаю пехоту в спину, соответственно, ну, разделяю войска противника тем самым, и, в принципе, у лука больше стрел получается, и мне это, в принципе, нравится. Вот, с другой стороны, ну и перезарядка больше. С другой стороны, арбалет, он дамажит просто мое почтение, ну, подольше перезарядка, тут уж да. Вот, я решил сейчас карьеру начать за норманов, они у нас обитают вот здесь вот, и да, вам нужно будет изначально набрать 20 человек, да, денег собрать. И как же нам это лучше всего сделать? Значит, что я вам рекомендую? Не брать первых попавшихся бичей. Пытаетесь добежать, ребята, вот сюда, обходя бандитов и так далее. Заходите в деревню, во все остальное. Пытайтесь найти лучников. Когда у вас будет 10-15 лучников, вы будете разносить практически всех. За исключением... Ну, бандиты тут, опять-таки, бывают разных видов. Есть бандиты-конница, есть бандиты-лучники, это лесные. Есть бандиты-горные. Это застрельщики. И есть пираты. Пираты — это те же самые норманы с большими щитами. Это воины ближнего боя только. И я вам скажу, лучниками даже их тяжеловато убивать. Но поверьте, убиваются даже через щиты. Вы бежите сюда и у этих чуваков нанимаете лукарей. Вот. Потом уже по чуть-чуть себе нанимаете пехоты. И что я вам рекомендую делать? Вот видите, укрытие есть. Ходите на укрытие, уничтожайте там всех. Если вы видите то, что там 3 человека и условно в конце босс вышел, да, главарь бандитов против вас, посылайте своих, пусть они их там расфигачивают. Если вы видите, что их дофига, вам придется участвовать в дуэли. А тут с вашими шмотками будет это не ахти, так что, ну, умрете, ничего страшного, как бы вас оттащат, полечитесь и все. Куда стоит идти фармиться? На севера. То есть в эти края, в Аландре не особо, вот в этом регионе не особо, да, и вот сюда, вот в нормандские наши земли. Тут пираты. Пираты — это самые богатые бандиты, у которых очень хороший лут, он дорогой. И вот, если вы посмотрите на мой отряд, у меня сейчас, ну, лучников, да, видно сколько. Есть тут конница, но это так, они просто у меня попались, я решил, пусть будут. Новобранец, ну, я его тоже проапгрейджу просто до лучника. Ну и опять-таки, какая-никакая пехота, чтобы они на себя все-таки первый удар приняли. Итак. Пока мы не пошли в бой, нам надо будет в начале игры при создании персонажа раскидать перки. Заходим во вкладку «Персонаж». И вот здесь то, о чем я говорил. Значит, смотрите.
Здесь эти очки у вас влияют на скорость прокачки. Эти очки вы впихиваете сюда, чтобы у вас был бонус от уровня конкретной ветви прокачки, и вы могли брать новые апгрейды. В принципе, ничего страшного, если вы передумаете, вы можете взять, вот не знаю, я бегал с мечом, с луком, тут вот меня переклинило, думаю, блин, хочу метательное оружие двуручное. Не вопрос, вы берете бичевское оружие, идете на бандитов, своих оставляете как можно дальше от точки спавна бандитов и просто идете с ними махаться. То есть помахались, пол хп вам сняли, все, убежали, добили своими чуваками, идете дальше. Это все прокачивается недолго. Смотрите, древковое — это пики, то есть это конница. Да? Одноручная — это пехота. Луки, арбалеты, я думаю, тоже понятно. Метательные — это те же самые застрельщики, про которых я говорил. Но у каждого из этого перка есть бонусы под общие юниты. То есть, например, в древковом вы можете вот взять какие-нибудь общие перки, которые вам будут повышать ХП пехоты, всей пехоты, либо, например, ХП всей конницы, той же самой конных лучников, да. То есть изучите этот момент, не поленитесь. Прокачивается, как я и сказал, достаточно быстро, то есть быстро в рамках этой игры, опять-таки. За день вы можете спокойно с нуля вкачать полностью лук или полностью арбалет. Берете два колчана стрел или болтов и вперед. Вот. Но древковое оружие, вот мой личный выбор, это не одноручно. Это древковое, это лук. Это самая большая имба. Но одноручно вам нужно будет качать для пехоты, если вы хотите, чтобы оно у вас жило. И жило долго и уверенно. Вот. Можно еще ходить и нужно на турниры. Сейчас мы с вами в город. После файта, ребят, вот эта вот штучка красная, это штраф скорости, оно быстренько снимается, но вот он есть. Смотрите, заходим на арену. Арена у нас только днем работает. Здесь у нас есть тренировочные бои, на которых вы можете поучаствовать и заработать денег, ну и покачать оружие. Вам выдается рандомная снаряга абсолютно. Но это такое себе. И заходите в большие города, тут есть турниры. На турнирах можно заработать кучу денег и очень хорошую снарягу. Только не забудьте сделать перед этим сейв. Нанимаются у нас воины в двух местах. Это либо в наем воинах, ну, здесь они бывают разные, преимущественно это либо бичи, либо более или менее какая-то нормальная, какие-то нормальные юниты. Но, как правило, для них нужны у вас отношения. Вот. Будете воевать, делать задания, появятся. Вот. Но в целом они в обычных окнах появляются. Есть еще квартал таверны. То есть вы заходите сюда, и здесь у вас какие-то наемники. Они сразу имеют хороший уровень, хорошую снарягу. То есть наняли, пошли дальше по своим делам. Теперь смотрите. Вот, допустим, у нас какие-то новобранцы с булавой. Вы такие: блин, нафиг мне новобранца с булавой. Нажимаем правую кнопку мыши, и здесь вы можете посмотреть, куда его можно раскачать. То есть это арбалетчики, чем плюс, опять-таки, играть за Валандрию, ребят. Плюс в том, что у вас арбалеты — это второй уровень, и вы будете перестреливать все вообще, всех бандитов и так далее. Плюс, если вы посмотрите вот на этого арбалетчика, у него сзади очень здоровый щит. Это самый жирный щит в игре, у него 560 единиц ХП. И, в принципе, как даже боец ближнего боя, они очень даже неплохи. Да, будут они откисать, но, поверьте, вы особо не почувствуете. То есть, и вот она, конница. Но, опять-таки, ребят, вам для того, чтобы сделать конницу, придется иметь коней. И вот теперь сейчас мы перейдем к бустам. Ну и, как видите, пехота есть вот такая, с пиками, щитами и всем остальным. В принципе, это очень мощные ребята. Опять-таки, короче, Валандри, ребята, это, вот хотите с чего-то начать, начните с нее, как по мне, либо с Империи.
То есть империя у нас занимает, вот у нас раз империя, два империя и три империя. То есть размеры, я думаю, вы видите, но имейте в виду, империи друг с другом воюют, и небольшой спойлер, вам придется потом имперцам воевать против всех остальных фракций. И наоборот. Чем мне нравится Валандрия? Тем, что у вас очень мощные юниты, ближайший ваш противник, который с вами будет воевать, это лучники. Вы их будете разносить. У вас сильнее войска. То есть в ходе войны вы завоюете много территорий, и для вас это большой плюс. Так что для меня Валандрия — это одна из самых имбовых таких фракций. И опять-таки нордманы со своими ребятами — это одна из самых сложных фракций. То есть если мы зайдем в имперцев, как мы видим, здесь сначала идут лучники, и только потом арбалеты. То есть, ну, вы понимаете, это надо будет вложиться, чтобы до них докачаться. У них есть конные лучники, обычные. Кстати, вот здесь не представлена конница в раскачке, то есть вам придется ее отдельно искать, либо нанимать у Валандрии, ну, то есть как-то так. Значит, все-таки у нас построение здесь будет пехота-арбалеты. Там это кони-арбалеты, здесь пехота-арбалеты. Есть ребята с копьями, есть ребята, соответственно, тоже с копьем, но здесь у него еще есть меч. Это мощная пехота. И опять-таки вспоминаем про штрафы. Да. Вот наши пацаны. То есть у нас есть вот такие вот варяги-отроки, которые выкачиваются в конницу и в элитных дружинников. Дружинники, ребята, очень имбовые. Очень. То есть это также очень хорошо бронированная конница, да. И опять-таки войны, да, то есть из новобранцев наших с топорами мы можем выкачать либо рейдеров, либо опять-таки кого-то из пехоты, из лучников. Рейдеры, как вы видите, имеют копья, это застрельщики, то есть это и ближний бой, и дальний, и очень мощный дальний, в принципе. Вот, в принципе, как-то так. Теперь по боевке пойдемте. Я знаю, что это, возможно, немножко нудно, но эти нюансы надо знать, потому что если вы их не... подождите, бусты. Смотрите, заходим в торговлю. Вначале не покупайте себе ни оружие, ничего. Вы будете это поначалу выбивать. Вот. Оружие, всего остального здесь куча. На что-то, видите, нужен уровень. Уровень набивается быстро. Есть разные стрелы. В принципе, вот есть пучок конических стрел. И очень внимательно, если вы вдруг найдете пучок сбалансированных конических стрел, ребят, берите. Это то, что очень сложно выбить. Это стрелы такие же, как бронебойные, но их больше. И если вы найдете два таких колчана, вы практически весь бой будете бегать, обстреливать всех. И это очень хорошие стрелы, они практически всех, ну, один-два выстрела и все. Это я говорю про самых топовых юнитов, а у противника зачастую крестьяне. Есть много, имейте в виду. Вот. И по коням есть кони боевые, видите, под аватаркой там конь с плюсиком. То есть они дают буст скорости. И есть вот, например, мул. Видите, у него уже иконка другая, такое яблоко. И это юнит, который у нас увеличивает грузоподъемность. И эти юниты увеличивают грузоподъемность на 100 единиц, эти на 30, по-моему. Вот, и в зависимости от того, сколько у вас людей, да, сколько у вас народу, вы можете брать столько ездовых этих коней для того, чтобы апнуть себе скорость передвижения. Рассказал. Все. Если честно, вот, блин, это я вам в общих чертах основы игры рассказал, да, даже не вдаваясь в подробности. Как видите, времени это занимает много. И мы с вами качаться идем на севера. Почему? Здесь самое большое количество бандитов, здесь самое большое количество пиратов. Догоняем чуваков.
Смотрите, вот если вы видите грабителей, это бичи в самых дешевых шмотках с оружием ближнего боя и вдали они вас закидывают камнями. Ну, вы поняли. То есть это вот именно пофармить опыт своих юнитов, пофармить деньги, шмотки и так далее, и так далее. Ну, шмотки опять-таки для продажи. Смотрите, тут есть такой плюсик. Вы можете либо отдельно ставить мечников-лучников, либо выбрать вот эту иконку и хоп, сделать из них один отряд. Дальше. Вот так у вас они располагаются на карте. Либо, если вам это не нравится, можете сразу выбрать построение через F2 в начале, даже не в бою. И также растянуть, зажимаете левую кнопку мыши и вот растягиваете чуваков так, как вам надо. Вот. Опять-таки, надо убрали. Здесь можно ставить своих соклановских чуваков, но я обычно этого не делаю, потому что это не нужно лично мне. Вот, ладно, сделаем их общим отрядом. Поставим их сюда, конницу. Ну вот видите, я вот могу себя сюда воткнуть. Смысла, правда, от этого нет, кроме как вот единственное, есть, ребята, буст по юнитам. Ну, вот, но, как правило, он вам не нужен. Дальше, смотрите, мы нажимаем кнопочку, допустим, 1. У нас высвечиваются разные отряды. То есть на пятерку у нас пехота. И также левой кнопкой мыши, если надо, вы зажимаете, передвигаете на тройку. У нас есть конница. Вот мы ее сзади ставим. И слева в панельке вы видите, можно сразу два построения, линия или стена щитов. И в частности, если мы нажмем F2, разные построения высвечиваются. Вот. В принципе, еще вам нужно F4, это прекращение огня, либо дать добро на огонь. Когда вы идете штурмовать убежище, нажмите сначала F4, потому что изначально, даже если вы взяли лучников, они не стреляют, они идут в пеший бой. Вот. И есть еще одна важная фигня. F1, F3. F1 это открывается общее меню, F3 это всех юнитов в атаку посылайте. Всех выбранных. То есть не забывайте, я сейчас переместил конницу, у меня выбрана конница. Я нажимаю кнопку, к которой у меня не привязаны войска. И автоматом выбираю всех. Итак, вот у нас бегут грабители. Я вон, как видите, сейчас за застрельщика решил немножко посуетиться, поиграть. Вот мы бежим. Сразу скажу, к этим копьям надо приноровиться, потому что это достаточно тяжело. Это тяжелое метательное оружие. То есть траекторию вам нужно будет понимать. А траектория тут, ну, мое почтение. Ну и как видите, вот лучники, они у меня уже сильно прокачаны. Спокойно разобрались. То есть лучников у меня тут человек, ну, наверное, 17 где-то. И они вот 23 человека этих чуваков разнесли. Далее. После каждой битвы я вам рекомендую делать следующий шаг. Вот здесь пленники мне не нужны, потому что это грабители, их можно раскачивать, но я не хочу грабителей раскачивать в принципе. За бандитов идут тоже штрафы, поэтому не стоит. Лучше наймите имперского новобранца того же самого. Вот. У вас здесь появляются шмотки. Вы не смотрите, вот мой вам личный совет, что вы здесь надыбали, берете всегда абсолютно все. Плевать, перевес, не перевес, неважно. Бежите в поселение. Заходите в товары. И, кстати, это еда, если что. Вот. И дальше смотрите. Вот, допустим, вы хотите понять, у вас ботинки хуже или лучше. Наводите на самые нижние, понимаете, что фигня. Все остальное можно, значит, подавать, оно хуже. Кисть, это, во, кстати, повязка лучше. Окей, продаете это все. Капюшон продать, это продать.
Мы заработали сейчас, вот, во-первых, за убийство бандитов мы уже взяли энное количество денег. И мы зарабатываем опять-таки 400 сейчас монет за то, чтобы просто существовать, да, за наши, так сказать, вещички. Смотрите, здесь у нас есть панелька, где у нас написан боевой дух. Вам нужна еда. У вас есть изменения, то есть сколько у вас потребляется в день. Да, имейте это в виду. Здесь затраты на войска. Юниты, сколько у вас скорость передвижения. Кстати, вот скорость передвижения, почему я опять-таки выдвинул эту панельку. Очень важный показатель. Все, продали. Идем дальше. Ну, вот как видите, еще одни бичи. Догнали. Если вы понимаете, что вы их и так разберете, но вам почему-то, ну, в лом драться, вы нажимаете «Послать воинов». Проматываете. Все. Победа. Я вас поздравляю. Также пропускаем пленников. Также забираем все. И также мы с вами идем в поселение. Почему рекомендую изначально идти на севера? Сейчас вернемся к перкам и покажу. Во-первых, здесь большое количество юнитов. Вот. И у вас будет быстрый фарм. Вам не придется покупать еду. Что для вас является плюсом, это экономия денег. А хорошая броня стоит, ну, за единицу где-то 40, бывает 70 тысяч, иногда 100. То есть, ну, вы должны понимать, что у вас есть к чему стремиться. И вас могут размотать, вас могут убить. Так что, ну, имейте в виду, затраты имеются. Все, мы это все продали, получили денег. Вот я побегал, ребят, уже косарь набил. Смотрите, вот здесь, в этой иконке, у нас есть какие-то люди в больших городах, они имеют производство. За 25 примерно косарей, ну, в среднем, вы можете его купить, оно будет у вас приносить энное количество денег. И вот здесь вы можете переключиться, посмотреть на себя, сколько у вас юнита и сколько юнитов находится внутри. Для чего это делается? Ну, иногда, чтобы поговорить с каким-то полководцем или каким-то человеком из клана, либо в цитадель он может прилететь. Туда, кстати, платный проход где-то от 500 до 1000 золота. Так что имейте это в виду. Вот, либо просто для того, чтобы посмотреть, ну, что из себя это ополчение представляет, если вы хотите против этой деревни повоевать. Можете навестись, у вас общее количество защитников вот 42. Окей, да, ну, казалось бы, 42 и 42. Ну вот, если мы переключимся, посмотрим, да, действительно где-то столько, ну, окей. Ну, там еще ополчение есть и все такое. Короче, просто общая инфа. Теперь, ребят, заходим в перки. Самый важный перк, который будет вас беспокоить всю игру, это лидерство. Лидерство у нас отвечает за количество отряда, который вы максимально можете себе набрать. Тактика за автоматические бои, лидерство за количество отряда. Все остальное сами посмотрите. В принципе, там все более-менее понятно, но вот этот перк вызывает у всех всегда вопросы. Значит, как его качать? Качается он, ребята, достаточно просто. Вы должны управлять своим отрядом во время боя, нанимать армии, да, к себе, также управлять и выигрывать там битвы в том числе, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Армии набираются у нас вот здесь флажки, видите, вот сюда надо будет нажать, но вы это сможете сделать только когда находитесь в какой-либо фракции. То есть я норман, мне ничего не мешает взять и заделаться наместником бедуинов. Ну, вассалом, да? Вообще никаких проблем, если хотите, пожалуйста. Но я решил, что не, я за этих ребят поиграю. Вот. И, соответственно, бежим дальше по своим делам.
искать дальше бандитов. Ну, 3 человека, я просто не хочу на них тратить свое время. Вот, деньги ежедневно списываются у нас. Укрытие. Вот давайте разберемся с укрытиями. Дождаться наступления ночи. Время у вас промоталось, отлично, вы нажимаете атака, и смотрите, здесь у вас предлагаются выбрать воинов. У вас изначально выбираются самые мощные юниты, которые у вас есть. Одобряем. Есть что там посерединке, внизу была кнопка сброса, если вдруг вы там намудрили, захотели назад вернуться, к общему. В общем, этим юнитам. И так, вот они заспавнились. Они не будут делать нифига, пока вы не нажмете F4. Вот они будут дальнюю атаку применять. И F1, F3. Все. И вот они побежали. По возможности, ребят, сильно с ними не воюйте, не подставляйте. Потому что ХП вам понадобится для борьбы с вожаком этих бандосов. Можете просто пробежаться с ними, пока они тут воюют, либо можете просто в АФК встать на одном месте, они там всех поубивают, ну, в зависимости от того, сколько там было защиты. Под убежищем рисуются шлемики. Чем больше шлемиков, тем больше противников. То есть, ну, как-то так. Мы пока с вами можем здесь постоять, перекурить, попить чайку, условно, да? Вот, но я побегу, для чего опять-таки я бегаю вместе с этой пехотой, качать атлетику, это нужно не столько мне, сколько моим пехотинцам, а поскольку я играю через пехоту, ну, в этот раз, мне это жизненно необходимо, да и вообще вы в принципе пехотой пользуетесь, это относится и к лучникам, и к арбалетчикам, и к воинам, ко всем. Да, кроме конницы. И то конница, как только встает на ноги, угадайте, что? Правильно, это пехота. Вот, это про осады городов и замков. А по поводу осады городов и замков тоже есть нюанс. Какой? К некоторым замкам и городам лучше строить осадные не орудия, ребята, а осадные башни и тараны. Для чего? Изначально, если вы ничего не построили, быстро вошли в бой, противник не успевает построить осадное орудие, у вас, соответственно, будет меньше урон по пехоте. Там микроконтроль нужен конкретный. Соответственно, если вы понимаете, что противников не особо много, и до замка добежать близко, вы берете, спавните максимальное количество отрядов, 50 на 50 справа и слева, и они идут в атаку. Все. На этом как бы все. Вы быстро залезаете по этим лестницам, там по 2 лестницы с каждой стороны, и начинаете с ними меситься. Вот. Либо, если вы понимаете, что бежать далековато и придет, успеет пехота на стены, да, то, ребят, стройте осадные башни, там уже 3 лестницы, их спихнуть со стен нельзя. И, соответственно, у вас больше шанс прорваться к противнику, иначе, ну, вы просто можете даже, когда у вас больше юнитов, там на 300 человек условно, да, понести серьезные потери и проиграть. Дальше. Вот главарь бандитов. Тут подошло, ну, энное количество людей, и у вас есть выбор. Дуэль, да, либо не дуэль. Я хочу подуэлиться, почему нет? Есть хорошая тактика. Защита щитом, отходите назад автоматом и бьете. То есть вот он удар нанес, и вы. Удар нанес, и вы. Так, ну это я тут ошибся немножко. Если вы играете за конницу, да, с копьями, не забывайте менять длинное копье на меч или на что-то еще, просто иначе вы в дуэли не вывезете. То есть, либо вам придется вот устраивать замесы. Иногда ваших юнитов здесь будет меньше, чем их. И у них будут серьезные войска. То есть, вы зазря просто убьете чуваков. Из-за того, что вы, дураки, не успели поменять оружие. 100% добычи мы получили от этого. То есть, ну, если вы сдохли, вы без денег не остаетесь. Вот, и в этих убежищах спавнится хороший лут. Для начала игры, ребята, очень хороший лут. Ой, вот,
как-то так. То есть опять-таки есть разбойники, которые вот они у меня. Они потом прокачиваются впоследствии, но даже не прокачанные эти разбойники, в принципе, имеют меч, копье, они как застрельщики работают. То есть, ну, это достаточно мощный уровень. Я вам рекомендую, поначалу можете брать хотя бы с галками с тремя чуваков, да, куда ни шло. Но потом, меньше чем четвертого класса, не рекомендую брать вообще. Да, они очень долго приходят в чувство, и нанимать их это целое дело, но все-таки, ребят, лучше это. Вот. Я их брать не буду, у меня тут одно место как раз на одного нужного мне человечка. И, в принципе, он сбалансированный, допустим, фальшион. Очень хорошее оружие, режущий урон, как видите, наполовину больше, чем у нас. И поверьте, в ближнем бою это ой как решает. Так, мы все берем себе, не забывайте. Идем сюда. И я вам сейчас еще одну фишку, последнюю уже покажу, которую вы тоже должны знать. Я об этом узнал вообще случайно. Так. Я... Скорость передвижения мне пофигу, вот здоровье это, да, чем больше живут, тем лучше. Победы в турнирах, боевой дух, ага. А здесь что у нас, 30, вероятность обзавестись детьми, хорошая тема. Отношения наместника с поселенцами будут ежедневно улучшаться на один, пока существуют действующие проекты. Отлично, то что надо. Берем обязательно. Вот эти очки, ребят, если вы не уверены, что вам куда-то это надо впихнуть, оставьте, поверьте, они вам пригодятся. Лучше они у вас будут здесь, чем вы впихнете их в кузнечное дело, там, все 5 очков, и потом поймете, что вы этим не пользуетесь вообще. Кузнечное дело хорошо тем, что вы можете купить за дешево ресурсы и сделать себе какое-то крутое оружие. Но опять-таки я вам показал, как зарабатывать здесь деньги, один из способов, да, я не вижу смысл вообще, зачем это нам надо. Так, сейчас я продамся. Чпоньк, чпоньк. Изящные кожаные ботинки. Так, и вот эти вот копии, не копии, все это продать, вон, па-бам. Отлично. Смотрите, когда мы заходим сюда, здесь у нас есть две вкладки. Гражданская одежда и военная. Гражданская — это вот когда вы в городе там ходите, ну это просто когда вы не захотите выглядеть бичом, короче, переоденетесь. Вот. Просто я первый раз, когда я вышел с арены, с тренировочного боя, я испугался, у меня нет брони. Я вообще обалдел. Вот. Ну, в общем, здесь это все меняется. И здесь есть стрелочки. Так вот, когда у вас есть компаньон, вы его тоже можете одевать. То есть он будет дольше жить в бою. Он также полноценно воюет. И воюет он лучше, чем обычный какой-то воин. Пехотинец, там, лучник, без разницы. Имейте это в виду, пользуйтесь. В чем прикол детей, жен и так далее? Вы их можете брать с собой на войну. Бесплатно, без всего. И смотрите, опять-таки, про отряды. Вот мы заходим в отряд. Вот здесь у вас потом появится панелька, где у вас будет интендант. То есть, чем больше у вас прокачан там, перк у вашего неписи, да, тем больше вы сможете брать с собой людей. Разведка, то есть вот видите, да, что тут, хирург и инженер. Инженер — это скорость возведения оружия, хирург — это лечение и так далее. Короче, вам по сути нужно сюда два человека, интенданта и хирурга, обязательно. Это прям железобетон. И есть класс клана, который опять-таки у вас показывает, сколько вы можете с собой брать спутников, увеличивается количество людей, которые вы можете брать в отряд, и так далее, и так далее, и так далее. Сразу ремарочка. Если вы
не участвуете в войнах, если вы, в принципе, не собираетесь там супер-пупер, как много воевать с какими-то кланами, не кланами и так далее, ну, 60 человек вы сделаете, ну, блин, окей, ну, сотню, хорошо, но больше вообще смысла не имеет. То есть вы можете там сделать 250 человек, но смысл? Вы будете преимущественно воевать с бандитами, и вам нужно содержать армию. Это просто накладно, и смысла от этого нет. То есть, как-то так. Вот, игрушка, ребят, обалденная, залипательная. В чем-то мне вот напомнила Героев Меча и Магии. Единственное, обидно было за то, что в отличие от Total War, в Total War вы все юниты сразу ставите, и они все воюют. Здесь, ну, вот они порционно добавляются в бой, если у вас больше 300 человек, но, поверьте на слово, это не самое страшное. Карты очень классные, то есть вы, если перехватили бандита около деревни, у вас замес в деревне происходит, а когда там тысяча на тысячу человек воюют в деревне, это такой замес адский, ну, короче, это весело. Вот. В общем, очень я вам рекомендую эту игру. Надеюсь, я все вам подробно рассказал. Ой, поставьте Лайченский, а? Серьезно, я разбирался 3 недели в этой игре, чтобы вот все вместить в одно видео. И поверьте, это, ну, усилий стоило достаточно серьезных. Поэтому, ребят, всем спасибо, что смотрели. Всем удачи и всем пока.